Герой этой истории уже знаком нашим телезрителям. В Светлогорске полицейские задержали 27-летнего мужчину, который подозревается во взломе общественного туалета и краже оттуда 500 рублей. Эти деньги он планировал потратить за вход на дискотеку. А на этих кадрах все тот же мужчина. Правда, за несколько дней до этого его и его подельницу задержали по подозрению в краже электроплиты, которая должна была стать ей подарком на 8 марта. На злоумышленников завели очередное уголовное дело. Узнай больше о событиях Калининграда на Первом городском телеканале. Следи за городом.